Австрии разработано и производится на экспорт новое семейство военных автомобилей повышенной проходимости. Штейер 1291 и Штейер 1491, а также их модификации. Эти автомобили в количестве более 200 единиц уже поставлены в Индонезию. Кроме того, они будут по лицензии производиться в Китае. Автомобиль Штейер 1291 с двумя ведущими мостами при собственном весе 9,2 тонны имеет грузоподъемность 6,3 тонны. Штейер 1491, имеющий три ведущих моста, может транспортировать груз весом до 10,7 тонны. Его собственный вес составляет 11,8 тонны. Для удобства обслуживания и ремонта этих автомобилей двух- или трехместная кабина откидывается вперед. Оба они оснащены шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 293 лошадиных силы и 9-скоростной коробкой передач. Автомобили развивают скорость по шоссе до 80 км в час. Обладают хорошей устойчивостью на крутых поворотах. Могут преодолевать с полной загрузкой кратковременные подъемы крутизной до 45 градусов. И броды глубиной до 1 метра. Кабина автомобиля, изготовленная из стального листа, имеет в крыше люк, где на турели может быть установлен пулемет. Автомобиль Штейер 1291 используется главным образом для перевозки грузов и личного состава. Вместимость кузова 20 полностью экипированных пехотинцев. Автомобиль Штейер 1491, кроме того, используется в вариантах эвакуационной машины с мощным крановым оборудованием грузоподъемностью 13 тонн, а также в качестве тяжелого артиллерийского тягача и тягача для транспортировки бронетанковой техники. При разработке этого семейства автомобилей достигнута высокая степень унификации узлов и деталей.